подписчики, с вами Кабин Прайм, и сегодня я продолжу играть в Assassin's Creed China. Так как по кое-каким причинам я не смог вам показать первую миссию игры. Ну что ж, в первой миссии мы сбегаем из клетки, проходим обучение, убиваем генерала какого-то, ну, в общем-то, ничего, так сказать, интересного. Так, надо сбегать, пополнить свой запас. Есть. Все. А ничего мне. Так. Ну и ладно, буду всех убивать. Есть. Что у тебя есть? Нет, он спалит труп, он спалит труп. Выкинет его куда-нибудь. Вот туда, например. Так. Ясно. Добрался до отсюда. Так, и полез я. Полезла. Точнее, так, куда дальше? А. Так, дальше по бревнам. Куда-то. Вот так. По-тихому. Разобрались. Так, стопы. Да ладно. Стражника заткнули. Так, теперь куда? Так, явно не сюда. Тогда куда? А, ясно, ясно. Зря спустился, зря. Так, вниз. И сюда. Хоп. Так, стой. Эй, а я здесь был. Так, я здесь был. А куда идти?
Что там такое? Куда идти? Свиток, свиток. Есть. Видимо, нужно найти еще три свитка. Еще три свитка. Где мне их искать? Свитка. Где же они? Так, частицы демо. А, подождите-ка, а там что? Так. Блин. Во. Все, норм. Идем. Ай, вандалы. Бедный мужичок. Взяли, убили. Я. Да нет, меня здесь. Почудилось. Так. Нет, ты чё? Так. Ага. Есть. Так, это у нас что, прыжок веры, нет? Нет? Куда идти-то? Окей, прыжок веры. Ладно. Ясно. Ага. Все круто. Есть. Чё, чувак, тебе повиделось? Послышалось? Вот так-то. Думаю, тут уже не будет никого, да? Проблема. О, на кой убило. Красиво. Ну, да прыгай ты туда. Я туда хочу. Ты прыгнешь туда или нет? Ай, ладно, пофиг на эти частицы. С. Все. Так, максимум припасов. Ну куда? Ну... И чё? Так. Блин.
Чё? Чё, брат? И? Ты меня спалил, да? Плохая птичка. Очень плохая. Чё, чей труп? Так, тут ничего сделать нельзя. Ну блин, опять я... Ой, задолбал. Ой, блин, чё, мне обратно лезть? Ну, лезь. Обратно. Так. Угу. Так. Так. Залазь. Там что-нибудь есть, нет? Вроде есть. Ясно. Ух! Чуть не пальнул. Так. Хопля. Чё она вниз их не тянет, а? Ну, чё-нибудь такое. Всё, пальный труп. Да уби... Дай помог! Все. Есть еще свиток. Так, ну что, куда дальше? Так. Куда дальше? Видимо, куда-то сюда. Нет, не сюда. Сюда. Прыжок веры. О. А, это типа она. Готово. Гао Фэн мертв. Ясно. Как и Ма Юн Чен. Мясник? Отлично. Наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное – осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся. Мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, то, скорее всего, убили бы. Мы вернем ее. Возможно, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Возможно. Но я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестра. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек. Джан Юна и тигров. Мы возродим братство. Круто. Ясно. Ну что ж... Так. Ага, лазать по стенкам. Ну все. Макао. Оживленный порт. Но мало кто знает, что по ночам тамплиеры здесь продают в рабство тех, кто им не угоден. Я нашел шкатулку Шао Цзюнь. Она находится у Юй Даюна. Еще одного тигра Джан Юна.
Его называют работорговцем. Так все эти зверства на его совести. Мне следует нанести ему визит. Будь осторожна, сестра. Темплиеры обыскивают все корабли и каждый груз. Теперь они будут искать нас. Я знаю, ты без труда убьешь их. Но лучше не попадаться никому на глаза, пока ты не найдешь свою жертву. Спасибо, бро. Наверное, первой серии подошел конец. Всем вам спасибо за просмотр. С вами был Эден Прайм. Пока.